28 декабря визит Всероссийского Деда Мороза в Кострому совпал с проведением губернаторской елки. Главное новогоднее представление для отличников, воспитанников соцучреждений и интернатов, детей участников спецоперации прошло в КВЦ «Губернский». На губернаторскую елку пригласили 500 детей из всех муниципалитетов региона, в том числе и буйских ребят. Среди них отличники учебы, победители соревнований и конкурсов, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанники соцучреждений и школ-интернатов, а также дети участников СВО. Кроме того, почетными гостями губернаторской елки стали наиболее отличившиеся в этом году волонтеры и победители различных творческих конкурсов и предметных олимпиад местного, так и всероссийского уровней. С наступающим Новым годом детей от имени губернатора Костромской области Сергея Ситникова поздравила заместитель главы региона Елена Журина. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, мои юные зрители, уважаемые родители, педагоги, наставники! Я рада всех приветствовать в этом прекрасном новогоднем зале. В последние дни уходящего года по всей России всегда подводят итоги года уходящего. Этот год был объявлен президентом Российской Федерации годом культурного наследия народов России. Костромская область, она как одна из многих, богата традициями. Наши памятники архитектуры являются жемчужинами древнего зодчества, и мы по праву ими гордимся. Впереди у нас Новый год, год педагога и наставника. И я всех в этом зале наставников, педагогов поздравляю с этим годом. Уважаемые родители, вы тоже наставники для своих детей. Мои юные зрители, берегите свои семьи, радуйте их своими успехами. И я всем желаю в наступающем году крепкого здоровья, счастья, успехов. Успехов в учебе, конечно, в первую очередь. И у нас с вами впереди большая жизнь. В этом году было создано российское движение детей и молодежи. Я думаю, что многие из вас уже стали участниками этого движения. У остальных еще все впереди. Поэтому я желаю вам творить. Я желаю вам быть первыми. Я желаю вам быть успешными. С наступающим Новым годом! С новым счастьем всех! Для маленьких гостей праздника представили сказку «Кот в сапогах». После традиционного представления у елки ребята получили новогодние подарки со сладостями, встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Сегодня был очень интересный спектакль «Кот в сапогах». Мне больше всего понравилась принцесса. У нее очень красивое платье и вообще, в принципе, очень красивые наряды были. У нас сегодня было представление «Кот в сапогах», и мне очень понравилось то, что из всех героев мне понравился король и сам кот. Почему? Почему король? А король это то, что можно сказать, костюм был очень прикольный, красивый. А кот это то, что у него голос красивый, и он сам прикольный. Как тебе спектакль? Интересный. А что тебе больше всего понравилось? Всем понравилось.